Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуку Фэмили, и я сегодня хочу показать демонстрацию, я бы сказал, игры Fox Theme Zero, в том плане, что не прохождение, а такой типа маленький обзорчик игры. Надеюсь, меня слышно, сейчас я попробую загрузить и показать, в чем смысл. Не сразу получилось загрузить, а тут просто кнопочки такие вот интересные. Вот. То есть, получается, мы играем за Яна. Какой-то вот Ян. Типа научного исследователя. Он встречает такую лисичку. Такая забавная музыка играет. Вот. И у него, как сказать... Заводятся отношения с этой лисичкой, это обычно такая визуальная новелла с неплохой такой рисовкой, вот. Мы с этой лисичкой знакомимся. А новелла довольно недолгая, часов 5-6, может быть, от силы, вот. И, конечно, в конце мы приходим к хэппи-энду, короче. Тут есть озвучка самой лисички, вот. Так что, какие могут быть, плюсы, да, там, лично для меня, в том плане, что тут такая забавная музыка, вот, и получается приятная такая рисовка и романтическая новелла на пару дней, может быть, за 3 дня вы пройдете, за 2 дня, вот. Как сказать, забавная такая музыка для новеллы, шрифт неплохой этих субтитров, вот, показывают как раз, как она выглядела в такой своей истинной форме, тут, то есть, немного мистики неплохой, то есть, получается, она перевоплощается якобы человека, вот, такого, а это ее истинная форма, вот, но советовать эту новеллу можно только тем, кто любитель новеллы. VPN-ок всяких, VN-ок точнее, визуальных новелл. То есть, если вы там анимешник или любитель визуальной новеллы, то в принципе эту игру я советую поиграть. На нее там скидка, по-моему, да я так, она дешево стоит меньше 100 рублей. Вот. Не, на самом-то деле тут красивые виды есть и такая вот романтичная история. Вот. То есть для японцев это нормально. Может быть, русская аудитория не совсем поймет всю эту мистику в плане того, что она превращается вот типа в человека. Но в чем суть? У них все равно отношения заводятся с нею. И герой начинает переживать за то, что она куда-то там пропадает и так далее. То есть, в принципе... Поиграть в эту новеллу можете. Не скажу, что она прям офигенная. Такая, знаете, типа короткая, такая, как якобы романтическая манга. Только в рисованном стиле и в таком вот интересном стиле. Что я еще могу вам показать в этой игре? Тут великолепная музыка играет, вот как вы можете услышать. В главном меню играет очень клевая музыка. Но вот какие классные моменты можно рисовки показать. Я вот покажу вам момент фото. Был прикольный момент. Но это уже в ночном небе. С бабочками. Вот момент, когда он хочет ее поцеловать. Они признаются в любви. Как они любят друг друга и так далее. И все в таком плане. Ну то есть, если вам нравится подобное, в принципе, поиграть вы можете. Вот. Забавные ситуации тут, конечно же, тоже будут. Вот. Но я еще, может, скорее всего, в обзоре это напишу в текстовом, что игра стоит своего времени, денег, тут достижения есть, карточки выбиваются.
Фоны, кстати, красивые для стима можно приобрести. Ну, то есть, если вам важны достижения, карточки, фоны для стима классные, то я вам советую игру. Но если вы не любитель визуальных новелл, то данную игру я вам не советую, если вы не любите читать. А так, в принципе, на пару вечеров такая вот милая, приятная история вам гарантирована. Так что, мое личное сугубо мнение, что если вы любитель новелл, визуальных новелл наподобие «Бесконечного лета», «Доки-доки» и «Любовь, деньги, рок-н-ролл», то, в принципе, эта новелла вам должна понравиться зайти. А если нет, то проходите стороной и, как говорится, не парьте себе мозги. Вот. Ну а всем остальным могу сказать, что поиграйте в данную игру, вы ничего не, ну, не потеряете. Вот. Стоит она где-то в районе 70 рублей. Ну, в данный момент не знаю. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Казуков Family. Играйте только в лучшее, играйте в хорошее, следите за новостями, за каналом, не забывайте про лайки, про репосты и про колокольчик. Вот, а всем до скорого, дружочек, всем пока-пока.